произойдет бабах. Не знаю, здесь мои людей. Потому что я очень близко. Господи. Твою же мать. Ну да, река прав. Я остался на картошечке. Какой там первый корсаж чуть-чуть. Ну, а за фраки ничего не осталось, ну ладно. Надеюсь, на это хотя бы не близко стал. Больше близко. Ребята, ничего на вас. Это же другая забрать, еще одну взрывать. Наверное. Тачка чуть повреждена уже, потому что я ехал, ее разбил. Но ничего тут было такого не случилось, но... Ну, я думаю, да, зеленый видели, меня задело. Огонек есть. Давай сиди, ровно наш... Не Rolls-Royce. Ё-моё, бедный джойстик, чё он так вибрировал? Смотрите-ка, народ, ещё вот такие ебутки взрываются. Если вы в них стреляете... Видите, вот он сгорелся. Тут уже в них стрелял. И ну, тут разлетают всякие осколки бананов. Типа вот. Ну, дерево. Я вот не помню. Может, я и встречал другие будки. Но это вроде бы одна, которую я видел. Ну, помню. Ну, как легко пройти сюда, если попадем с фрешку-то. Ну, все эти дерева вот так прыгаем вниз. Вот, и все. Желательно летите на трассу. Так больше прилетите. И вот. Я туда прыгнул, мне 237 метров. И я на первом месте. Чего? Тут рай трав срочно. Не знаю зачем. Да, хочется тебе в бой. Шашлык разлетелся. Шашлык. Мимо шашлык. Не знаю, что тут случилось, я так что сюда прям пришел, ребят, смотрите. Что, откуда с народ? Тут скоро стоит. Тут мертвый солдат. Тут до хера народа. Рабочих очень. Все сюда сошли. А, вот сюда, то есть они не стрелялись. А что сюда рабочие сейчас ходят? Чего-то один испугался, что? Что за... А сейчас все расходятся. Прям реально расходятся.